Цього року на розвиток медичної сфери Миколаєва з міського бюджету виділили 25 мільйонів гривень. Частину цих коштів спрямували на придбання нового медичного обладнання, а також на проведення капітальних ремонтів та реконструкцію медичних установ. Заступник Миколаївського міського голови Євген Шевченко та начальник управління охорони здоров'я міської ради Лариса Дергонова відвідали медичні заклади міста та перевірили стан виконання робіт. Задачей здравоохранения является не только оказание медицинской помощи нашему населению города, но и укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, а также улучшение качества питания, потому что питание входит и в структуру лечебных мероприятий. Поэтому сегодня мы объезжаем все лечебные учреждения, осматривая, как идут подготовительные работы и освоение средств бюджета по укреплению материально-технической базы. Смотрим, где еще нужно какие-то средства добавить, где справляются в сроки, где нужно какие работы запланировать уже на следующий год. До дня міста в Миколаєві планують відкрити дві нові сімейні амбулаторії. Наразі завершують ремонтні роботи. Одна з них у Тернівці за адресою вулиця Герцена, 2. Це четверта сімейна амбулаторія 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги. Наша програма по розвитку первинного звена сімейної медицини, тобто приближення медицини к народу, вона у нас продовжується. І в цьому році ми здаємо две семейные амбулатории, одна в отдаленном, скажем, районе, в Терновке. Я думаю, что все 11 тысяч населения, которые там будут закреплены за этой семейной амбулаторией, прочувствуют то европейское качество самого лечебного учреждения. Врачи – это рабочее место. Современное оборудование, которое получит семейная амбулатория, оно тоже будет соответствовать по табелю оснащения этой семейной амбулатории. То есть жителям этого района не нужно будет ездить в город для получения медицинской помощи, и это будет правильно. Укрепили фундаменты и создали проект по капитальной реконструкции этого здания с пристройкой второго этажа, с санузлами, с лифтовыми подъемниками для ветеранов, инвалидов, а также тяжелобольных на втором этаже. Могли подняться, где там, может, койки дневного стационара разместили, манипуляционные, стерилизационные, кабинеты ЛФК, физиотерапии. А на первом этаже будет прием вести участковые терапевты, семейные врачи и педиатры. Отдельный вход для детей будет внутри двора, а с лицевой стороны будет для взрослого населения. Это ввиду всех этих санитарных норм и всеми проведения медицинской документации. Медичний заклад обслуговуватиме 13 тисяч людей. Тут провели роботи на суму майже 4 мільйони гривень. За ці кошти добудували другий поверх та зробили капітальний ремонт. В закладі будуть два окремі входи – для дорослих та для дітей. Крім того, передбачені ліфт та туалети для людей з обмеженими можливостями. Наразі завершили благоустрій території навколо амбулаторії. Це дуже важливо для розвитку міста, для інфраструктури медицинської, в першу чергу, тому що це удобно для жителів мікрорайонів. Якщо в Терновці не було такої амбулаторії, сьогодні вона тут є, яку можуть отримати будь-які якісні медицинські послуги, починаючи від дитячих, діток, і закінчуючи взрослими людьми, які можуть прийти тут і отримати всі послуги. Це дуже важливий момент для развития, поэтому мы стараемся делать как можно эффективнее, быстрее, качественнее, работать во всех этих направлениях в каждом микрорайоне. Іншу сімейну амбулаторію номер 4 другого центру первинної медико-санітарної допомоги відкриють за адресою 11 Продольна, 45. Вона обслуговуватиме 13 тисяч людей. Тут зробили капітальний ремонт на суму більше 2 мільйонів гривень. Наразі ремонт готовий на 95%. Крім ремонту всередині, передбачені і благоустрій території, прокладання тротуарів та будівництво майданчика для паркування автомобілів. В цій сімейній амбулаторії буде 9 участків, які будуть, врачи будуть обслуговувати населення, десь 13,5 тисяч, в тому числі 2200 дітей. Я думаю, що буде це дуже удобно.
удобно для жителей, которые находятся рядом здесь с амбулаторией. В амбулатории работать будет физиотерапевтический кабинет, процедурный, дневной стационар, кабинет прививочный. Будет отдельно и для детей, и отдельно для взрослых, чтобы люди не переживали, что дети будут вместе со взрослыми. Такого не будет. Отдельно у нас будет предусмотрено и процедурный, и прививочный, и дневной стационар для деток. Здесь будут проводиться приемы семейных врачей, врачей-педиатров. При необходимости, если надо будет консультация какого-то узкого специалиста, будут доктора выезжать сюда на консультацию. И как мы делаем и в других амбулаториях, по графику раз в 2 недели, по необходимости чаще или реже, будут выезжать лаборатории, будут проводиться забор анализов крови, с тем, чтобы больные не ехали в центр, не тратили время и в том числе и деньги, что сейчас тоже немаловажно. Я думаю, что люди будут довольны, амбулатория будет хорошая, светлая, красивая, врачи у нас хорошие, и будет все нормально. На сегодняшний день тут идет и облагораживание территории, и полностью новое будет оборудование, и полностью новая мебель. То есть абсолютно с нуля новая амбулатория, которую мы тоже планируем сдать к дню города для наших горожан. Там будет у нас все по нормам предусмотрено, и туалет для людей с инвалидностью, и подъезды, пандусы. И там планируем сделать стоянку, облагородить полностью всю территорию. Поэтому это еще один плюс в развитии медицины города, которую городская власть реализовывает в этом году. Крім того, Лариса Дергунова та Євген Шевченко перевірили, як виділені кошти використовують і в міських лікарнях. Зокрема, в четвертій наразі знаходиться єдиний в місті бюджетний апарат МРТ. За 3 роки його роботи дослідження пройшли більше 12 тисяч людей. В цьому році нам, як ніколи, виділили додаткове фінансування, майже 1 200 000 гривень для обслуговування цього апарату. Ми закупили гелій на 350 тисяч, зробили капітальний ремонт на 450 тисяч, закупили до кінця року пленки на 250 тисяч і технічне обслуговування там більше 40 тисяч. То сьогодні він нормально функціонує, цей апарат. І це, я ще раз повторюю, крайне необхідно для жителів не тільки міста, і області. Крім того, виділили 150 тисяч гривень на технічне обслуговування апарату комп'ютерної томографії. За словами головного лікаря Василя Гунченка, ці апарати унікальні і наразі дуже потрібні. Важливим є те, що миколаївці проходять обстеження безкоштовно. Також в міській лікарні номер 4 зробили утеплення стін та замінили вікна. У нас в лікарні всього 407 вікон. Ми до 2015 року, ну, починаємо з 2010 року, кожен рік міняли вікна. І таким образом до 2015 року ми поміняли 247 вікон. У 2015 році поміняли 51 вікно на суму 250 тисяч гривень. І от в цьому році за 6 місяців 25 вікон на суму 150 тисяч гривень. Осталось поменять нам 84 окна. В этом году мы планируем это сделать. Сумма необходимая – это 460 тысяч. У нас есть проект, есть, мы вот буквально начнем эту работу. Кроме того, мы будем проводить, вот, начиная с понедельника, утепление стен. Тоже деньги на эти цели есть. Пріоритетним для міської влади залишається фінансування міської дитячої лікарні номер 2. На її реконструкцію цього року виділили 400 тисяч гривень. Чималу суму спрямували на питання теплозбереження та економію коштів за допомогою застосування нових технологій. За эти деньги мы сделали крышу, мы полностью промыли отопительную систему, вот, мы поставили распределительный тепловой узел, и также у нас в планах и ремонт трассы, вот, и замена окон. Вторая детская больница, у нас одно лечебное учреждение детское, стационарное, которое оказывает стационарную помощь детям всего города, поэтому в приоритете, в принципе, у нас это больница. Мы хотим, чтобы детям нашим было комфортно, чтобы было тепло и уютно. К сожалению, неудачное расположение в плане подачи тепла, оно является последней линией. И всегда, когда у нас идет подача тепла, идет проблема, чтобы в этой больнице было тепло, чтобы в этой больнице было уютно. Кроме того, в лікарні завершили ремонт приймального відділення, розпочатий торік.
Мы сделали полностью приемное отделение. Вот. Мы немножко реконструировали входы, добавили дополнительный ход с тем, чтобы можно было совершенно свободно при необходимости завозить детей старшего возраста на носилках, если там ребенок находится в тяжелом состоянии. То есть провели реконструкцию. Если раньше здесь базировались разного рода службы, то на сегодняшний день это полностью изолированное приемное отделение, в котором оказывается неотложная помощь, реанимационная помощь по необходимости, и могут делаться и кардиограмма, все время находится дежурный доктор. Гордістю дитячої лікарні є харчоблок. Тут все новеньке – і ремонт, і обладнання. Крім того, суворо контролюють якість продуктів. За словами Олександра Пліткіна, складність роботи полягає у великому навантаженні. Адже через те, що в лікарні знаходяться діти різних вікових груп, доводиться готувати одночасно 5-6 різних столів. Ми провели ремонт пищеблока кілька років назад. Причому ремонт був достатньо капітальний, з утепленням, заміною окон, бетонірування. Полы, новая плитка кругом. Мы поставили туда новое оборудование, в частности, самое важное, электроплиты, на которые готовится еда. Эти электроплиты достаточно экономичные. Я говорил за то, что мы там сэкономили 400 тысяч, более 400 тысяч на теплоносителях и электричестве, в том числе и данные плиты тоже нам дали достаточный эффект. На сегодняшний день пищеблок готов выполнять любую задачу. Продукты мы покупаем в основном через Прозора, через систему, и мы в этом году уже на 235 тысяч закупили продуктов в данных электронных торгах. И хочу сказать, что примерно 150-180 тысяч мы сэкономили на этих электронных торгах. И достаточно хорошо поставляет нам продукты. Конечно, тут важен очень прием продуктов. То есть какие продукты привезли, и хочу сказать, что мы не допускаем сбоев. То есть как мы лекарственные средства принимаем, то есть досконально проверяем, наверное, оно отражается на продукты, точно так же и досконально продукты мы принимаем. То есть плохие продукты, если доставляются, мы их тут же возвращаем назад и берем новые продукты. В міській лікарні номер 3 цього року з'явилися нові електричні пральні машини, просувальні каток, сушильний барабан та інше обладнання. Ми з допомогою, опять же, бюджету і депутатських денег приобрели холодильне обладнання, в столовую приобрели автоклави для стерилізації больних, дефібрилятори для реанімаційного відділення. Крім того, якості харчування в лікарні приділяють особливу увагу. На харчоблоці є все необхідне для роботи обладнання. Мы имеем 6 электроплит, мы имеем 3 электросковороды больших, мы имеем 5 котлов, мы имеем 3 лара, морозильных лара, мы имеем 2 холодильные камеры, одна в подвале, одна здесь у нас при выходе очень большая, как камера такая большая, и 3 холодильных шкафа мы имеем. В лікарню постачають завжди свіжі продукти та намагаються готувати різноманітні страви. Також існує окреме меню для учасників АТО та ветеранів. Меню для воєнних, там, звісно, калорійність вище і стоїмость дорожче, і там, виходить, якщо ми в цьому меню трьохразове питання, у них чотирьохразове, і доповнительно сухим пайком ми даємо, і сок, і фрукти, і овощи, в общем, все в достаточном количестве. На завтрак у нас был омлет с капустой, молочная каша с рисом, чай с сахаром,
Борщ сегодня очень вкусный со сметаной всем. Каша овсяная с морковкой припущенной. Ячневая каша с куриными бедрышками отварными, с салатом. Ужин у нас тоже очень разнообразный. Запеканка из творога с морковочкой. Гуляшик отварной из мяса с капустой тушеной. Котлетка рыбная идет с картофельным пюре. Яблочки печеные. То есть мы согласно профилю мы вот распределяем вот эти все продукты питания и составляем... Разнообразное меню. Стараемся разнообразить, конечно. Наша задача теперь еще обеспечить необходимые, перераспределить так средства, чтобы они были направлены на медикаменты и обеспечить минимальный пакет медикаментов, который каждый больной, поступая в больницу, будет иметь для оказания медицинской помощи.